Всем, друзья мои. Сейчас буду курицу разделывать. И на улице, смотрите, минус 1 градус. Это ужас. Дома прохладно. Я так прям сразу с утра потеплее оделась. Поставила уже, короче, воду. Буду делать сегодня щи с квашеной капустой. Вот. Заварила себе осину. Это на весь день. Прям кипятком заварила. Буду пить теперь 2 раза в день осину. Ну, я уже говорила. Бедный Леха приедет, тоже будет пить осину. Налила себе, конечно, вреднющего кофе. Я знаю, что его пить вредно, но что поделать. Вот, сейчас буду пить кофе, разделаю курицу, почищу картошку. Не знаю, мне еще, наверное, это ото сна отеки не спали. В общем, сейчас быстро-быстро готовлю обед. Вот, на второй тоже пока я не придумала что, но у нас немного осталось гречки. Я думаю, гречку, наверное, собаке отдать. Собак тоже надо чем-то кормить. Гречка у нас дешевая, я ее покупаю по 40 рублей. Вот, надо что-то придумать, короче. Курицу девчата вчера съели, все съели. Супчик обязательно нужно. Я сегодня займусь забоем уток, обязательно. Сегодня будет забой уток. Пару уток у меня идут на, скажите мне, девочки, на тушенку. Так что рецепты принимаю ото всех. Кто знает, как делать тушенку в духовке и в банке, пишите, кому не сложно. Всем. Смотрите, что у нас делается. Красотища. Наконец-то мы дождались снег. Сегодня 23 число. Мишу кое-как выгнала сенок в туалет. Миша у нас напугалась, да, Миша? А, Мишаня, я, скажи, ничего не боюсь, да, ребенок? Ну, гоняй свою мамку. Какая-то она замороженная. Просто классно. Уже завела тесто на хлебушек. Кстати, сегодня, девчонки, я сделала, знаете как, пол пакетика дрожжей. Потому что что-то мне не нравится запах дрожжей. И поднялась вообще отлично. Чайку себе зеленого налила. И идем на улицу. Идем радоваться первому снегу. Так, ты почему без шарфа? Дай мне выйти. Подскочила в 4 утра. Света скользко, господи, не убейся, напугала меня. Ну, Света, капец. Замотай, замотай, доча, ага, ее. Мам, я перчатки забыла дома. Обожаю снег. Обожаю снег. Все, да. Пойдем, по дороге. Так красиво. Сейчас я это... Тут даже не перчатки. Так холодно, слушай. Ноги отряхни хорошенечко. Вчера прям потопай. Слышишь, мам? Ау. Вчера холоднее было. Сегодня прям, да, ветра нету, полный штиль, мне нравится, да. Они вот прям на печке у порога. А я его на печке. А ты глазенки-то разуй. У меня ведра тут стоят. Я вон селезня еще одного убрала. Сегодня с утра. В 4 утра, девочки, подскочила. Но это вообще кошмар. Сейчас буду убирать там перья. Еще не опаливала. А почистила только. Сейчас чаек зеленый попью и буду доделывать. Света, Света, грязная будешь. Снега-то гулькин нос, ты чё? Женя, смотри, чтобы она не сожрала по дороге весь снег, пожалуйста, ладно? Да, пойдём. Ты знаешь, да, что так будет? Дитё малое. Давайте, девочки. Сколько уроков, девочки? 7. А у мелкой? 6, может 5. 6, может 5. Может 10, вообще кричит 4. Кто-то ест утиную голову. Вкусно тебе? Опять Мишке не досталось. Сейчас, Миша, я тебе дам. У меня там вареное есть со вчерашнего дня. Вкусно? Лопай. Ну все, снег прекратился. Это я сегодня снимала с утра. Это было 4 утра. Я сегодня встала. И прям снег шел и шел. Видать, всю ночь шел. А сейчас морозец. Минус 3 уже. А был минус 1, когда я проснулась. Ой, как быстро чай остыл.
Ладно, пью чай, да буду дела доделать. Надо хлеб ставить, надо утку прибрать. В общем, дел полно. Это любовь, да? Да. Твой сын, да? Два бармота. Красавчики. Да. Че, девчонки в школу ушли? Ксюнька тоже проснулся. Всем привет, Ксюнь. Всем привет. Вот, наварила я уже щи. Вот такой щец получился. Сейчас, как я хряпну чашечку и завалюсь спать, и ничего делать. Поэтому сейчас поем, и как раз у нас рассвет, и пойду кормить зверьё на улицу. Собак я накормила, котов тоже. Ладно, пускай они милуются. У нас котейка вообще рыжий, он добрый. Пока маленький не поест, рыжий не кушает. Да, так же и собака тоже. Пока маленький не поест, Миша не кушает. Когда их было много, Миша рычала, а сейчас это мелкий покушает, потом Миша. Ладно. Ну, в общем, что, работа моя прервалась, потому что у меня кончился газ в баллоне. Купила баллон. Сейчас буду доделывать. Надо опалить все. Вот. Заодно купила Попкину радость. Не знаю, первый раз такую беру, мне кажется. Какая-то она слишком маленькая. Ну, какая есть. Все, 50 рублей отдала за 6 штук. Ай. Ну, и, конечно же, я встретила Светлану по пути. И мы набрали сладостей. Просто печенюшек. Вот таких красивых. 154 рубля эти печенюшки. Так. Это у нас овсянки. 104 рубля. Это в нашем местном магазинчике мы берем. Это вообще дешевые 36-34. Вот это вообще девчонки как семечки лузгают. Взяла по 80 рублей яблочек. Пару килограмм. Потом взяла колбаски докторской. Хорошая колбаса. Какая-то у нее оболочка такая тряпочная. Но мы уже такую брали, мне прям понравилось. Этот кусочек вышел на 410 рублей. Если видно, докторская. А килограмм стоит 595. Ну, хорошая, в общем, ребятишкам нравится. Так, и кусок российского сыра. Ну и все. И все, пакет пустой. Пакет под мусор. Хлеб я сделала уже между делом. Небольшие булочки сегодня друзья сделал и зажарил так прям похрустящий. Потому что девочки любят, когда прям хлебушек зажаристый, зажаристый. Вот это вот коза. Иду Ксюшу провожаю. Лежит в снегу. Варежки колом, нос красный. Хорошо погуляла, деточка? Да. Я думаю, что она идет так долго? Она должна была нам по пути попасться. А оказалось, что она застряла в снегу, да? Да. Снегурочка, что скажу. Давай умываться, переодеваться. Покормлю тебя и пойду доделывать свои дела. Сейчас поставлю эту большую кастрюлю кипятить. Надо доделать, опалить все, промыть, прибрать. Вот. Ну, сегодня, конечно, я уже тушенку не успею сделать. Потому что... А вы, кто знает, как-нибудь кратенько накидайте, кто делал тушенку. Ну, вдруг кто-то делал. Но у меня печка, плита газовая, имейте в виду, духовка газовая. Вот, можно ли в газовой духовке делать? Я думаю, что можно. Потому что я сегодня всю курицу, хотела сказать, всю утку разделаю, все по кусочкам разберу и буду это делать тушенку. Тушенку. А, убрала, короче, 3 штуки. 2 больших и 1 маленькую. 2 больших в тушенку, а 1 маленькую промою в морозилку. И потом ее целиком, это, уточка. Мы ее потом в духовочке пожарим. Будет неплохо. Вот, как-то так. И Леха попросил, говорит, к моему приезду тоже уточку, говорит, запеките. Ну, хорошо, запекем. Потом еще 1 уточку уберу. Ну, в общем, вот такие вот дела. Будем продолжать. Сейчас ребенка накормлю, буду доделывать. Светлан, ну ты же мокрая вся будешь. И что? И грязная. Ну что делаешь? Я замок. Замок? Да.
Счастье это сколько, господи, детям. Да? Снега-то гульки носа накопается в нем. Только не пихай ее в рот, пожалуйста, эту сосульку, ладно? Я уже по твоей довольной муське вижу. Эй, не надо это пихать в рот. Ты даже не знаешь, как я ее достала. Да? Она это, висела. Света сегодня что-то рано пришла со школы. Завтра, кстати, тоже что-то и Ксюша рано пойдет. Я тоже завтра. А за Ксюшей пойду. Пойдем еще совсем не скоро, потому что сегодня Ксюня у нас до 6:30 учится, да? А я не знаю. Я ее сама пойду встречать, потому что уже совсем темно будет. А Женя не любит. Ладно, давай, полчасика и домой. Хорошо. Давай, я пойду что-то думать, что на ужин готовить. Что готовить на ужин, дочь? Все замерзло, блин, я раздетая стою. Не знаю. Не знаешь? Да, холодно. Холодно, я в одной майке. А мне не холодно. Все, девчонки, убрала. Общий вес 5700. Ну, небольшие, конечно. Мне кажется, в том году у меня были побольше. Вот, но они совершенно одинаковые. Вы не поверите, блин. Две штуки это 5700. Ой, просто одни возмущения. Сходила за баллоном, баллон купила, сломалась зажигалка. Так они мне это не опаленные. Там пух есть, надо все это опалить. И сейчас, наверное, не знаю, как поступить, блин. Надо будет бежать за зажигалкой или... Ой, короче, не знаю. В общем, все промыла, почистила. Печень, не печень, это я все прибрала отдельно. Так, девчонки, ну что, не выдержала душа поэта и помчалась я, короче, в магазин за этим пистолетом, скажем так. Не знаю, как он правильно называется, сейчас прочитаем. И зашла заодно в Магнит. По акции Барилла 74 рубля. Но это при условии, если ты берешь 3 штуки. А если берешь одну, 79, по-моему. Ну, это тоже по акции. Вообще на дороже. Вот. Вот такую крупу пшеничную взяла. Будем варить суп с говядиной. Вот с этой, вот именно с этой крупой. И с шампиньонами. Так. А чего делите-то, я не пойму. Ты любишь клубничный, Свет? Да. Ну уж, знаешь, один раз уступи Ксюхе. Всегда все тебе. Тут у нас самая ты наглая и младшая. Так, что купила? Я снимаю, не ругаемся. Эффект пудры. Нужная вещь. Вообще по дикой-дикой акции, девочки. У меня две штуки по дому стоит. Одна в туалете, одна на кухне. А по какой она дикой акции, я вам сейчас скажу. Тын-дын-дын-дын-дын. Блин, я лошара. Нет, не по дикой акции. Девочки, это не по дикой акции, блин, я ее взяла за 319 рублей, а я смотрела по 150, что ли, 9. Я лошара, девочки, простите. Блин, нафиг она мне за 300 рублей нужна. Так, салфеточку одну себе взяла. Доместос. Доместос-то точно по акции, блин. Да, 129 рублей. А то я не переживу, блин. Так, дай-ка пакет на стол. Ой, все, Женя, они разберутся, ну их нафиг. Не могут поделить, короче, это вкус коктейля. Купила какие-то шоколадные, какие-то клубничные. Все, теперь все хотят клубничные, хотя клубничных меньше всего. Так, вот эти вот у меня кончились пакеты фасовочные. Ой, 150 рублей. Вот, вот в чем суть. Сейчас я доделаю до ума, чтобы уже спокойно это завтра заняться тушенкой. 270 рублей, не знаю, тот купила, нет, Леша мне какой-то говорил специальный, звонил он мне. Ну, короче, я, естественно, это не запомнила. Что-то горячее, холодное, что говорил, фиг его знает, он меня убьет когда-нибудь. Вот, купил еще один баллон, чтобы был, потому что вечно хватишься, нету. Это я сейчас вынесу, вообще нафиг приберу. Так, что у нас тут, какие-то мармеладки ребятишкам купила. Типа без ГМО. Экстракты на пектине. Это вместо конфеты. А то уже скоро попа слипнется. Печенье, правда, тоже я сегодня набрала. Дай бог. Майонез по акции. Не дай бог ты не по акции. Ну-ка, давай посмотрим чек. Тоже. Так.
Ой, Женечка, я тебе это, знаешь, что купила? Что? Этот паштет твой любимый. Спасибо. Вот они, кровопийцы, да, Нонь? Ругаются из-за всего. Младшенькие. Я просто как-то, или что за глупость? Да я тоже так думаю. О, масло Вкуснотеево 329 рублей. Вот сейчас я ругаться буду. Не нашла, но он по акции стопудово. Донь, ты можешь найти, почем ряба? Ну, я пока проснулась, что я нашла. Женя, как всегда, спит. Так, капуста пекинская 172. Огурцы 124. Суповой набор 129. Голень 184. Считаю, платье в горошек, сметана. А, это так и называется, да, 59. Сметану я дешевенькую купила. Вкуснотеево масло сливочное 329. Макароны по 74,99. Три штуки я взяла по акции. Хорошие Барилла. Если они по акции, я их всегда, девчонки, беру. Крупа 59. Мармелад 79. Рис 124. Хороший рис я взяла сегодня. Националь испанский. Так, майонез дошла. Ой, майонез вообще 99. Ну, хоть что-то по акции. Так. Ксюха со мной ходила. Взяла три доширака, засранка. Так. Соль я взяла экстра 89. И пошли коктейльчики и чупа-чупсики. Господи, уже на это цену не буду называть. Это, наверное, никому не интересно. Все. И паштеты тоже были по акции. Гусины и с мясом птицы по 54,99. Доставай, дочечка. Ты же любишь на хлебушек мазать. Завтра и послезавтра не будет воды. Два дня получается, да? Детям нужно будет брать с собой забутовки, потому что у всех по 6, по 7 уроков. В школе сказали, берите покушать с собой, кормить не будем. Я после душа, у меня голова мокрая, не пугайтесь. Мне кажется, что я этой уткой пропахла насквозь. Вот. Поэтому надо мне сделать всем забутовки. Надо сегодня обязательно сварить суп, налить все баклажки. Я даже не знаю, как мы два дня, на два дня нам не хватит. Ну, сейчас, короче, я думала, сейчас обниму диван, утку полю и обниму диван. Фиг вам. Обнять диван мне не получится, надо наварить обязательно хотя бы супу, чтобы завтра мне не мучиться с этой картошкой без воды. Вот как-то так, блин. Донечка, можешь достать все из пакетов, а? Я косточки могу. Ну вот он пошел, суповой набор. Он копейки стоит куриный. Не стала сегодня целую курицу брать. А той курице остались рожки да ножки. Прям там буквально. Буквально нифига. Это я специально девочке взяла, чтобы детям бутерброды делать удобно с собой в школу. Пекинская капуста на салатик. Витаминизируемся, да? Угу. Сметанка. Сметану кушаю только я. Дети едят майонез. Пару помидорок здоровых. И голень. Это будем это в духовке. А, ну да, и дрожжи, конечно, у меня это. Дрожжи летят у меня только так. И вот Женечке взяла вот такие вот паштеты. Но они хорошие. Это на хлебушек мазать. Ты любишь, да, такой, дочь? А меня дочь никто не спросил. Так Ксюша всегда, когда со мной ходит в магазин, она это ложит в корзину. Это бесполезно. Она меня не спрашивает. Кошмар. Это традиция такая. Ужас. Честно. Ну и все, и там детям вкусняшки. Соль вот такую вот купила. Вкусную, вместо вот этого Ролтона. Ну, она мне больше нравится, вместо всяких этих кубиков. Магия, не магия. Вот это лучше. Масло, девочки. Я обалдела. Взяла большую пачку. Чувствую, что она маленькая. Была 400 грамм всегда. Теперь, смотрите, 340. Не, ну не сволочи, ай. А цена-то, блин, осталась та же. Вообще. Чуешь, пачка какая маленькая стала? Да, маленькая. Прям чувствуется. Я, конечно, не крохоборка. Ну, блин. Ты опять в пакет полез, малыш? Вот такой вот рис взяла сегодня Националь. Ну, все, давайте все это прибирать. У меня там ребятишкам мясо варится. Везде бардак, девочки. Везде. Тут лапша, тут мясо. Ну вот, ну вот у нас такой ужин. Девочки огурчики порезали. Вот это вот лишнее убирай. Хорошо. А что это за звуки? Мяско.
и лапша. Все по-простому. Сегодня, короче, у меня, я говорю, день не день, вообще не мой день. Жень, кушать, кушать, куда уселась? Кушать быстрей. Давай, все, хлебушек и кушать всем. Или не надо, может, кому хлебушек? Ну, сейчас я порежу. Ну, в общем, вот такой вот у нас ужин. Что, доброе утречко. Вот так вот у меня сегодня выглядит кухня. Это налили в банке питьевую воду. Потому что умываться ребятишкам. Заготовки сделали сразу. Получается, воду дадут завтра в 12 часов дня, я так поняла. Представляете? Вот. И там в ванной ведра, не ведра, на улице ведра. Скотине все поналивали. В общем, вчера не стала я суп варить. Сварила только бульон. Перебрала и все. Довела утку до ума. Вот. Получила тюлей, тут Светы, то, что в неправильном порядке сделала. Сначала, говорит, надо утку полить, а потом ее уже, говорит, потрошить. Ну, что поделать, вот так вот вчера получилось. Вчера был не мой день. Что у нас время, как всегда, 5:09. Я уже выпила стакан кофе, сейчас хочу второй выпить. Градусов у нас, девочки. Ой, слушайте, 9 градусов, представляете? Вот этот вот гранат лежит уже 2 недели, и никто его никак не решится съесть. Что это такое? Поделить не могут, что ли, они между собой его? Съем сама, да и все. То он там бедный в урюк превратится. Да там дождь идет. От снега не осталось, девочки, и следа. Вообще снега нету. Такая красота вчера была, а теперь там дождь. Там не видно ничего. Зато я вижу, что идет дождик. Ну что, буду пить кофе, начинать готовить. Девчата уже проснулись, чай пьют. Жень, бутерброд? Нет, пока еще не улеглось. Что не улеглось? Так, тебе с собой бутерброды же не сделать? Не, не знаю, зачем. Ну сегодня все с собой понесут, вас же не кормят сегодня. Ага, мои одноклассники, если увидят что-то у меня, то все. Все съедят? Да, подойдут типа, ой, а давай это ты мне дашь? Ну с подружкой поделишься, на всех не хватит, правильно? Ты мне дашь? Не будет ни одной. Ничего, жуешь где-нибудь, найдешь. К Свету будут да кормить? Лиза не будет. А не, тебя не нет. А поэтому не сейчас бутерброды я с собой не сделаю не тебе и Ксюше. По 7 уроков у детей. Ничего себе, целый день голодный будешь ходить? И утром толком не ешь. А если отменят физкультуру, будет меньше уроков? Ну, одно, один этот. Физкультура отменят 100%, потому что... Ты же знаешь, что у тебя желудок сразу болеть начнет. Ну, правильно? Так, ну что, где чай в нашей булочке? А, кстати, в следующем году нас возьмет либо наша строгая учительница по английскому языку, очень строгая, да? Либо учительница по физкультуре. Хочу, чтобы учительница по физкультуре, потому что я постоянно собираю. Жень, ланчбокс Ксюше сделаю, а то у Ксюши будет истерика, что ей в пакетик положили, да? Сама знаешь. Чего? А Ксюша как ко мне подойдет? Ай, ладно, спишь. Так, Светуль, садись и пей чай, не скачи. Время ограничено. Так, сейчас я на двоих сразу делаю бутерброды. Ну вот, отлично. Тебе и Ксюше, потому что вас, наверное, не будет. Положь холодос. Так, а тебе сейчас сделать бутерброд съесть надо? Давай. С сыром тебе или с это? Забудь. Нормально, сядь. И телефон убери. Давай. А булочку дай. Вот булочки. У тебя под носом булочка, ты чё? Да. Я это к тебе, да. Блин, куда? Я тебе сейчас сделаю бутерброд, Женя. Да, окей. Ты будешь бутер, зай? Не знаю. Я хочу. Не хочешь? Угу. Как всегда, сейчас Женечке сыр нарежу. Женечка у нас сыр любит. Все, снег растаял. Зима кончилась. Блин, вообще нету снега. Даже может не смотреть свет. Это я тебе точно говорю. Ты что, колбасу учуял? А? Апартмот?
пришел, потому что любит колбасу. Давай. Я их всех покормила уже, пока вы спали. Дочь. Они не едят. Положи, пожалуйста. Скажи тебе. Да, они, кстати, обнаглели. Я заметила. Они просто орут зря. Да вообще. Не переживай, что нам этой воды до завтра не хватит. Сейчас, Женечка, сыр тебе сделаю. Кыш отсюда! А это кому? Вот это вот. Тебе и Ксюше же делаю бутерброды. Куда? С собой. И сейчас съесть тебе. Отключи этот камень. Спиногрызы мои уже дома. Сегодня вообще прям раненько пришли, потому что нету воды по району. У них сокращенные уроки. Жень, ты вот сюда вот садись. Вот. Я уже супчика сварганила. Как хорошо, что я вчера и бульон наварила, и картошку мы заготовили. То копалась бы в этой грязи. На курином бульончике. Кто голодный? Ты всегда голодная. Так нас сегодня в школе не кормят. Ну, Женя, и бутерброды ты и не поела. Времени, говорит, не было. Так нас с класса выгоняют. Типа, на перемене? Да. Ну, что теперь? Надо было хоть яблоко заживать, схватить. А я ела только половину. А, ну, все понятно. Ну, давайте кушайте, в общем. Что, сейчас хлеба порежу? А тебе чего ты говоришь? Бутербродик сделай. Ты будешь суп с бутербродом? Оригинально. Ой, друзья, на улице у нас просто апокалипсис. Все растаяло. Совершенно все. И такой, прости господи, гадюшник вообще. Хоть бы, я не знаю, чуть-чуть бы подсохло и пошкрептись перед зимой. Порядок навести во дворе. У нас то дождь, то еще что-нибудь. В общем, снег полежал ровно один день. И все, и хватит нам походу. Так я радовалась снегу вчера. Вот такие вот дела. Ну что, это видео буду заканчивать. Жду ваших комментариев по поводу тушенки. Буду делать тушенку. Завтра воду дадут где-то к 12, что ли, сказали? Да, ну, на 12, да? Угу. Вот. Я все это порубаю, подготовлю как раз и начну делать. Так что, кто знает, пишите обязательно. Вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно. Видео, конечно, не веселое какое-то такое. Скучное, но какое есть, блин. Вот. Все, всем пока-пока. Девчонки. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. На какой твой? На наш. Ой.